Заработайте на изменениях курсов валют и металлов с Olymp Trade Forex. Чем дальше курс идет в сторону прогноза, тем больше ваш доход. Увеличивайте потенциальную прибыль и ограничивайте риски. Загрузите бесплатно и учитесь зарабатывать. Всем привет. Чё нового? Блин, а? Сейчас забью парольчик. Всем привет, дорогие друзья, всем, кто на связи. Всем, кого знаю. Вывалился на несколько дней. На студичке, блин, заморозился. Что нового, что хорошего. Я на студии сижу, делаю музло. Дела отлично. Все, слава богу. Спасибо за добрые слова. Ростов, привет, родной. Привет. Жизнь молодая. Да какая уже молодая? Какая уже молодая жизнь? Жизнь старика. Слободой убрали видео, потому что немного там решили подмонтировать. Германия, привет. Подмонтировать немного, чтобы по-другому все это было. Скоро появится. Челяба, привет. Привет. В Питере было супер. Молдова, привет. Спасибо, Ростов, за добрые слова. Алло, да. Слышали новую новость, что Сергей Нарышкин предложил давать государственные награды рэперам? Это разрыв просто, ребят. Это просто разрыв. Это неожиданно, очень неожиданно. Как будет, интересно, как будут называться награды, которые будут давать old school первой степени, old school второй степени, old school третьей степени, или будет new school, медаль за new school, за new school-ную кампанию 2016 года, за вклад в рэп. Вообще разрыв. Не, надо, я думаю, знаете, как андеграунд первой степени, да, награда рэперам андеграунд первой степени. У вас золотой граммофон, да, представляете, вот какой ужас просто, вот так вот, такой вот кошмар. Этот, надо давать не медали, а блинки просто, блинки такие, чтобы были, знаете, как у черных. Ну, это разрыв, конечно. Решение, инициатива, нет, мне кажется, то, что это господин Нарышкин просто, ну, пошутил. Хорошая шутка, хороший троллинг. На самом деле, очень забавно. Награды. И будет, только чтобы было главное не артист, да, заслуженный или народный, а рэпер, заслуженный рэпер России или народный рэпер России. Не, понятно, что любая музыкальная культура, которая набирает определенный вес и объем, к себе привлекает особое внимание всех
Нет, я не бухаю вообще. Я просто так плохо. Вот вопросы, бухаю я, накуриваюсь ли я или что-то. Нет, я просто так плохо выгляжу, ребят, всегда. Вот всем, всем, всем могу это самое сказать. Так что вот так. Так мы с Гуфом не пересекаемся просто. Конечно, позвал бы с удовольствием, просто мы не можем пересечься с ним. Потому что я еду. Даров, Тарас, привет, мой. То я в разъездах, то он в разъездах. Поэтому. А так, Ленечка, всегда жду просто. Да, пользуюсь. Бурятия, привет. Как там дела с Nintendo? Nintendo я доделываю, скоро все будет. Что касаемо концерта замечательного, в поддержку хотел высказаться уже после, да, всего, что произошло. Это было очень, очень круто, вне зависимости от политических каких-то взглядов, музыкальных предпочтений, не знаю, чего угодно. Все вот, собрались, спасибо Мирону за такую идею и за то, что мне посчастливилось по-настоящему быть полезным, да, в этой ситуации. Вот. Я считаю, что для того, чтобы высказываться в подобных ситуациях, принимать участие в подобных мероприятиях, не знаю, мне многие писали, тебя уволят, ты больше не будешь работать. Вот. Я, во-первых, нигде не работаю, и меня нет куда, к сожалению, уволить. Вот. И для того, чтобы высказывать свое мнение, свою позицию, не нужно каких-то особых экстремальных ситуаций. Да? Можно, сидя в проекте «Голос» на Первом канале, говорить то, что считаешь нужным. Ну, так просто сложилось. Вот. Я за всю свою жизнь нигде себе не скривил. Может быть, какие-то мои мнения были неоднозначны, но никто никогда мне не говорил, что говорить, и не заставлял меня менять свою точку зрения под воздействием. Поэтому вот как бы мы были там. Еще раз спасибо большое Нойзу и Оксимирону и за такое исполнение моей игры. Это было, конечно, вообще как будто это было в юности. Сколько денег за привет надо? Я вообще не бесплатно стою. Гонзалес, привет. Пришли обязательно денег. 257 тысяч миллионов. Поэтому вот так вот. Не знаю, очевидно, что все, что бы ты ни делал, это всегда найдет какой-то отклик у кого-то позитивный, у кого-то негативный. Да? Это же настолько очевидно. Играешь там с оркестром МВД в Крокусе, все, ты продался. Идешь на проект «Голос» Первого канала, ты продался. Люди хотят, у людей какие-то, не знаю, теории заговора, какая-то шизофрения. Я не могу не переубедить, к сожалению, этих людей. Люди хотят во мне видеть то, что хотят видеть. Мир зеркала. Вот. У них вот есть потребность во мне видеть там злодея, там, предателя, кого угодно. Я, к сожалению, не смогу их переубедить. Эти люди мне со мной не знакомы. И главное, что у меня вот здесь все в порядке, да, внутри. Никаких подводных течений в моей деятельности нет и никогда не было. Говорил то, что считаю нужным, делал то, что считаю нужным. Выступал, когда считаю нужным. Вот есть человеческая несправедливость, да? Я об этом скажу, даже не сомневайтесь. Вот. Если меня это задевает, и об этом надо высказаться. Мне не нужно принимать какие-то решения, какие-то обдумывать свои поступки. Уволят, посадят там. На меня все, на меня что ополчаться все. Ну, слушайте, комментировать что-то. Время все расставит на свои места, мне время, моя жизнь показала, и опыт мой в работе, что ну, невозможно всем как бы быть хорошим. Да. Потому что меня всегда пугали те люди, о которых все говорили, вот настолько хорошо, потому что это подозрительно.
Моя стратегия заключается в одном, просто писать песни и особо ничего, ни о чем не волноваться. Вот. Я уверен, что правда это единственное, что победит, и правда она всегда на поверхности. Вот. Поэтому ожидала больше в голосе. Да, наверное. И в голосе, возможно, я мог бы показать чего-то мощнее больше. Но это игра, и победит сильнейший, проиграю, значит, проиграю. О чем здесь можно говорить? О чем здесь можно говорить? Всем правила известны. Вот. По-другому никак не перевернешь игру здесь. Поэтому давайте как бы докапываться до сути, разбираться и быть терпеливее, да, друг к другу. Терпение и терпимость самое главное, да. Это человеческое. Потому что рубить с плеча, делать какие-то конкретные и неконкретные, необоснованные выводы, такое, знаете, хочется до правды добираться. Вот. Для этого необходимо время, конечно. Вот. Поэтому, когда я, еще раз повторюсь, что-то делаю, о чем-то говорю, я могу быть правым, могу быть неправым, готов к дискуссии, готов использовать и исправлять то, что сделал не так. Все в моих песнях, по-другому я жить не умею, поэтому спасибо за поддержку моих людей и спасибо также за негатив и ругань людей посторонних, вот, которые ко мне не имеют никакого отношения, к сожалению, и слава Богу. Вот. Это делает нас сильнее. Так. Я все это сам. Это 100%. Мусора меня за это и ненавидят. Так. Это да, если бы Гуф еще успел, было круто. Все, я всех. Почему в Красноярск не еду? Как это? В Красноярск мы весной едем на концерт. Каждый год приезжаю. Всем салам, салам. Всем салам. Тур по Германии, я думаю, что да, конечно. Якутск, Казахстан. Все весной. Я надеюсь, что я уже привезу новые песни. Мы готовим очень много интересной музыки. Будет трек со Скриптонитом. Просто убийца. Потому что там Скриптонит читает куплет. Вот. Трек будет просто бомбейский. Поэтому я жду с нетерпением новых выходов своих новых треков. И, конечно же, проект Nintendo в скором будущем. Благовещенск. Я вот не знаю, по-моему, весной мы будем в ваших краях, как всегда. Все, всех обнимаю. Всех хороших людей обнимаю. Индонезиан, приветствую. Ставрополь был, в Ростов весной, ну, если получится приехать, буду просто счастлив. Все, всех обнимаю, всем, когда в Украину, когда пустят меня в Украину, тогда я приеду, друг мой. Очень жду, пока я внесен в список, и об этом пока, к сожалению, говорить не имеет смысла. Томск тоже. Скоро расписание. Можно будет зайти на сайт наш gasgolder.com и проследить за всем расписанием концертов. Ты прикинь, я забыл, что ты здесь. Я думаю, где ты, почему ты не выходишь в эфир, братан? Да не, я в голове стою. Я в интернете могу зайти.
Fresh. Hot, hot. What's happening? I'm fine. How are you? Wonderful, bro. What you doing, bro? Bit, new bit. Oh, you about to do some new music? Yeah, new shit, new shit. Bro, we've been waiting so long. You know? Yeah. Go get it, man. Я пошел. Я буду доделывать. Спасибо большое за... Задавил меня просто. Preps on breath will apply your threat triumphs of. Rever shits on frail blast against blotting of where the hip hop is on breath rates. Yeah, don't shut him down to see where the phone life for it. Не идет еще. Да ты заходи, ничего. Je vais te coller le flux 3, c'est le flux micro tension. Je blire. Si c'est toi, tu fais le four. Я стону, я просто стону, говорю, I well some real race on the streets on a dowly, your mouth breast on a break lies. Red Dead Redemption 2. В кого? Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption не играл, брат, честно. А что там? А это, короче, от создателя GTA. От создателя GTA. Подожди, я не перешу. Про Дикий Запад. И что? I went by way, it's out of world, so love. So me and my friend, we just went there. Holy crap! Creeping bug, undug. I went and brought a net of water than Nevada. Chili Willy. Зацени мой новый куплет. Chili Willy, chili vanilla, cause I have some of in the many hand of Vinny, some of Kenny, pet the hand of Vinny, Vinny, heads of Miller, Vinny, Vinny, head of Hemi, also on Kirk, and also on Peter Bill, this and on Bannon, this, when he needs some tennis, and on Panatis, and on Bannon, this, and a crap on for the Blavanish, and he got shot for with clocks in this, with a blood to come in and a block in this. Yo, shout him outside the Grusha, when a Clusion, and a Wusha, and someone Russian, and a Salsa Bloods, and Tax, and do Dravas on the Booses, and a Kufa, and a Boom, but damn Punces. Кто? Rolex, and a comics, and a comics, and a Covex, and a Coptex, and a Combat, Helicopters, and a Pompex. Ellipse, only Trellips, and a Tanix, and a Tannis, and a Panets. So the kind of bad. Ну, он говорит, можно головой в грушу срабеть? Я стоя, смотри, всеку сейчас просто. Харм, харм, харм. Шан, да, сиси за уол. Мы придумали, короче, я со стонером просто общался, говорю, брат, скажи, как мне, ну, двигаться дальше по музыке в школе? Ньюси. Что там? Где, короче, вообще? Искусственный гранат. Звери. Ньюши. Я говорю, как ньюши, чем мне заняться, чтобы новое, чтобы было. Он говорит, теперь ты должен ходить с ножом. Он говорит, с ножом просто ходить и, короче, читать на придуманном языке. Я говорю, брат, это не пойдет. Он говорит, ну выйди в эфир, поговори с людьми, и люди сами тебе скажут, because streets wanna know. И улица тебе сама скажет, читать или нет. Лучше с вилкой ходить, потому что вилка один удар, четыре дырки. Брат, так одна, я голову отрублю. Кенни Бесбаха, Бори Кенни, Тенни Кенни, Сесу Уэсса, Дункан Маклау, Хэнни Шарим Дау, Хэнни Гарри Гарри, Гасган Колплаки, Гэнни Кокти Памба, Рэнна Хула, Дада, Инчаба, Чеми Чапа, Ну Джаба. А вот что иди. Если ты никогда не худеешь, то хотя бы чуть-чуть походи, по-другому ты не сумеешь. Девчонка пишет, ничего не понятно, понял, что я прочитал? Беспредел. Смотри, я просто на чистом английском. Зайди в Genius, почитай текст. Блин, ты что, прочитай текст, это не мой текст, это Дживапаса такой есть имя. Понял, говорит, что я беру текст у какого-нибудь неизвестного рэпера, он просто говорит, на Джива Паса из Алабамы, он говорит, Алабама, бой. Загугли это дерьмо. Загугли это дерьмо, малыш. Пах Овчинников, привет. Альберт Бочонок тебе, блин, это что за беспредел так подтягивает?
What up, бочонок? Слышь, бочонок, мышь, ты чё? Да ты чё, гря? Это, знаешь, есть пальцы такой, Олежа, кинь лежаки. Да-да. Протруси матрасы. Ну, выйди в эфир, я тебя буду снимать, ты меня. Потравим. Потому что через две песни сейчас просто, через две минуты песню будем записывать. Вася, могу для тебя текст писать? Спасибо большое. Спасибо. I know you. Я тебе так, я тебя сейчас задействую. I know you right here to see the water blast. They sound like what you think you sound like clucks and thugs and pucks and bug niggas so worse. Shut and dust. Не идет, брат. Тебе... Прямой. Почему нету, брат? Сейчас, подожди, прохалю сейчас, блин. А, gotta go. Пошел? Добавить. Insane in the membrane. Белораша, привет, привет, родные. Пинск, привет. Yo, what up, dog? Yeah, what's happening, G? What you been doing? I'm fine. Брат, ты где, дома? Смотри, I'm fine. Ты дома? Стиль козла, смотри. I'm fine. What you doing? Chilling, bro. What is going on? Чтобы мой английский, тот английский, который я решил все-таки лоббировать, он был признан, братвой. Скажи, что мне нужно делать, брат? Не знаю, мне кажется, тебе надо, ну, как бы, до конца, ну, вносить это честным культуры, как бы, понял, культуры, как бы, показывать людям, что это круто. Что я культурный. Современно, да, что это, ну, может войти в историю. И как бы заманить людей каким-то таким особым, особой фишкой, свэгом каким-то особым. Варенье с твоей хуёй будешь? И мне кажется, они, ну, они... Брат, можно я тебе сейчас зачитаю свой новый парк? Да, давай. Он блоса, прайпунг. Turn the tables, black legs, one caper, some of crack neck, but they fuck in the pain, some of white neighbor, bass raver, some of black faker, some of black faker, some of rap napper, some of some of jam banders, and the LA faker, some of rock or handle, what's the MC's paper? Damn, you got bars, bro. Вот вам мой финик бриллиант. Это панчи, слушай. Брат. Слушай, ну я не знаю, мне кажется, это хитяра только что был. Брат. Вчера всю ночь я переваривал свою судьбу, я прочитал. И что ты переварил? Брат, ну, супчик и... Мизим. И телкельки. Никакого фейка, брат. Just natural. Какой мизим? Только just natural, бля. Рыбий жир закатил? Брат, рыбий жир в пунастыре закатил. Мне кажется, брат, ты шатанул весь просто, который был в запасе. ЦАУ весь в районе. Есть такой. Брат, я хочу тебе сказать, когда увидимся лично, хочу тебе сказать, что ты просто хороший, настоящий, добрый, позитивный человек. Спасибо. И я тоже хотел сказать, что когда мы увидимся, что я очень рад, что мы с тобой познакомились, брат. Потому что ты на меня влияешь позитивно. Брат, я сейчас... Смотря на тебя, я хочу развиваться. Помню. Я сейчас в Лос-Анджелесе, но не... А я в Полтаве, брат. У меня сейчас поезд Полтава-Житомир. Какой? Полтава-Житомир. Концерт будет? Не, поезд. Полтава-Житомир? Да. Житомир, понял? Житомир, я сейчас говорю. Полтава-Житомир. Житомир. Вообще разрыв. А ты что поедешь, что ли? Я тебе прострелом. Прострелом, да. Короче, я вообще всем хочу сказать спасибо. Это новая игра. Мы обязательно с Казом запишем трек
потому что мои парты просто сейчас залетают и флексят, сейчас они сияют и взрывают. Мои парты сейчас здесь для того, чтобы быть и рассказывать. Я помогу тебе выйти, ну, на нормальный уровень. Да, я тебе за это хочу спасибо сказать, что ты знаешь, что ты один из немногих людей, кто меня в начале нового пути поддержал за это. Брат, я привезу к тебе джема из LA, если ты понял, о чем на сленг. Джема Лайка. Протагить все это, братан, прохаслить. Я думаю, брат, все в твоих руках, потому что ты самая новая школа. И как бы, ну, твой стайл просто unpodражаебл, понял? Брат. Брат, ты просто тигриш сейчас, тигриш просто. Нет, Львович. Ты просто Львович в этом базаре, ты Львович просто. Вот с такой гривой смелой. Ты знаешь, я просто не первый год в этой системе, поэтому я знаю, что где и как, и у меня есть нюх. У меня есть нюх на талантливых МС, как ты. Мне кажется... Старик, ты можешь тогда, после как рыбу ешь, руки мыть, а? Как фонит. А это я не рыбу ел. Я просто не дома ночевал сегодня. Надеюсь, это был не карась. Это был окунь. Короче, ребята, ну так. Поэтому. Поэтому. Эти усы чуйки еще никогда никого не подводили. Ты майку это скажи. Один. Ну что я еще хотел сказать? Сейчас я на Кейстонера наведу и минутка Кейстонера. Хотел сказать, что давайте все вместе поддержим нового МС в этой всей движухе. И голосуйте за него, потому что мне кажется, что он лучше сегодня. Сегодня лучше МС. Как только выйдет его первый дебютный альбом, мы все подваримся. Потому что этот стайл. У меня просто нет слов. Да, у меня даже нет слов, брат. А что нам бог войны скажет? Годован! Можешь рассказать? Мальчик. Ну что, мальчик? Арак, ты где такие ритмы взял? Посмотри. Вот. Миша, как тебе, скажи, как тебе, Митя? Ты можешь эти брови оставить ему на затылке? Михо, как тебе, брат? Посмотри, какой горшочек. Как у меня в детстве. Вот так я оставляю. Сразу концертный директор ЛЖ. Вот это фундука курнул вообще. Потихнулся. Бля, это хейтеры колдуют, чтобы ты фиником подавился. Не колы такого, не путай. Это не про нас, это не про нас. Да я вижу. Правильно я выучил движение? New School. Нет, я на гэнг-мемберскую движуху либо так делал, либо вот так. Да ты шо? Да. Я в любом случае лучше так, G, понял? G-ган. Подожди, меня не зовут. Вообще, ты ж тигр, брат, делай лапку тигра. На лапка тигра это все было, это старое. Да? Попугайчик, он. Видишь попугайчик? Вот, смотри, брат, на воробья. Смотри туда. Смотри, как я кормлю попугайчика. Смотри. Мимо, брат. Вообще-то новая фишка вот так вот крутая. Типа я. Типа понял, нас в коллективе было пятеро. Рижский коллектив 5. Не, это просто две девчонки вместе лежат, понял? Да? А. Не, вот так. Одна вторая. Не, это чисто рогатка крю. Рогатка хрю. Блин, пусть мой проект называется. Рогатка хрю. Рогатка хрю, брат. Рахатлукум, рогатка хрю. Рогатка хрю, JP, some plus, some true, do you who? Цадзу, you fool, how do you know? Лалу, you do. Ты, а у вас сина бина, вела сина бина. Всегда мечтал, ты сказал, люблю чай, как панда любит бамбук.
А как это радио называется в Америке, куда они, когда они приглашают людей? What up, G-Cos, так на ласа. Передай здорово, привет. Привет. Смотри, какой. Yeah, Power 106, это там, где... Где они читают, приходят. А, Funk Master Flex. Да? Ну, yeah. Они сидят, типа, интервью дают, а потом читают. Не-не-не, они там, походу, просто... У Funk Master Flex они, по-моему, просто читают. Можешь дойти лежать, Саша, чтобы я хочу просто приехать или помыть вот так? Вот так вот? Да. А чё? Да давай, брат, слушай, у меня в тех краях выход на любой движ есть. Тебе надо Power 106, 97. Power 106, да. I will hold a heat, Master Flex, хочешь Flex on bass, I will learn this. Helen DeGeneres, пойдём, Jimmy Kimmel. Shut that bar, what, right, what, I got plugs on deck, so just holler at me and I'll fix that shit for you, bro. Ты что на придуманном языке говоришь? Ты что, охренел? Nah, bro, I'm talking about... I wanna call him, I say, what's up, orale. Orale. Orale, bro, bruts, a bambo. I got. Меня зовут Бимбо! Ладно, что? Буду записываться. Я вас обнимаю. Всем хорошего настроения. Спасибо большое. Брат, до встречи. Мы ждем. До встречи, брат. До встречи, брат. Да. Скоро приеду. Давай, брат.